По данным синоптика, в ближайшие дни температура воздуха будет стабильной. Подробнее прямо сейчас. На Южном Урале пасмурно, осадки, о температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфалее плюс 5. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Карталах плюс 4. Температура воздуха в ближайшие дни в ночные часы стабильно минус 3, минус 4, а в дневные часы опустится до минус 1. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. До встречи на 31-м.